квалификации а, тоже. А к сегодняшним результатам выделено. Хорошо. Фляг бланш. Вот, молодец, прям спасла себя. О, наш любимый бинт по руке. Фляг с поворотом, да, на 360, да, это... как вы говорите, VIP-элемент наш? Ну да, будет VIP-ом. Самопровозглашенный VIP-элемент. Я не представляю, честно говоря, на ковре даже такое сделать не смогу, ах, Ангелина! Вот я как и говорила, на самом, ну, не особо тяжелом элементе падать. Да, казалось бы, поворот обычный. На 720 всего, даже не на 1080. Там главное поймать вот это равновесие и ножку. Коленочки, как нам и говорили, которая выпрямляется. Прям ровно. Начальное движение, да, наверное, замах должен быть какой-то. И вот в концовке, я так понимаю, я чуть-чуть не понял, Ангелина то ли рано опустила ногу, и она задела бревно. Да, такое чувство, что не смогла поднять ногу на бревно дальше. Двойное согнуть. В конце хорошо, да, но там чуть-чуть уже пошаталась после этого падения, к сожалению.